Много зрителей было и у соседей. В Буинском районе сюда ради праздника приехали те, кого дела обычно держат в Казани, в других городах. На день вырвались отметить с родными, друзьями детства. Веселились все, невзирая на ранги, возраст и национальности. Концерты, конкурсы, состязания развернулись сразу на нескольких площадках. Скачки, национальная борьба, перетягивание каната, бой с мешками и множество других традиционных для Сабантуи состязаний заставили побороться за призы одного из самых любимых летних праздников и детей, и взрослых. Много людей, много знакомых, очень рада их всех встретить. Но важнее всего чествование батыров Севы и передовиков производства. Особое внимание борьбе кюрэш. В этом виде спорта абсолютным батыром стал гость из Альметьевска, 35-летний Ильяс Гайнулов. Его наградили машиной «Лада» 7-й модели и традиционным живым подарком – бараном. Не менее масштабно отметили национальный праздник и в деревнях района. В Новые Тинчели приехали и те, кто родом отсюда. Среди них министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин и директор завода «Серго» Радик Хасанов. Пока взрослые наслаждались концертной программой, подрастающее поколение участвовали в традиционных соревнованиях. За 3 выходных сельчане смогли хорошо отдохнуть, а через месяц вновь в поля. Лилия Жданова, Равкат Зиадинов, Вести Татарстан, Буинский район.